Рабочая поездка Владимира Ващенко в регион была многовекторной. Министр оценил ход проведения работ на строительных объектах, ознакомился с показателями эффективности деятельности ведомства и, конечно же, провел встречу с коллективом. Главный тезис большой дискуссии – сегодня необходимо делать все возможное для того, чтобы предупредить трагедию. Пока происходит трагедия, гибнут люди, мы должны работать более эффективно. И за каждую жизнь бороться, доказывать, убеждать. Ну и та работа, которая вами проводится сегодня, мы видим, что определенные эффекты приносит. Но вместе с тем, как я уже сказал, мы должны продолжать искать более эффективные подходы в решении задач, которые стоят перед нами. Время расширило перечень задач, которые стоят перед современной службой дня и ночи. Сегодня это не только ликвидация чрезвычайных ситуаций. Большая профилактическая работа проводится с населением. Причем каждой категории обучающихся – дошкольники, школьники, учащиеся молодежь, взрослые – есть свой точечный подход. Развивается язык международной безопасности. Этому способствует активное вовлечение областного управления в международные проекты трансграничного сотрудничества. Повышается уровень и качество техники и обмундирования, которые, к слову, сегодня в своем большинстве белорусского производства. Как бы трудно ни было, но у спасателей будет все необходимо для того, чтобы помогать людям, которые попадают в беду. И мы сегодня говорим о хорошего уровня оснащения, современной техникой, оборудованием. Мы сегодня работаем с промышленными предприятиями. Практически вся линейка техники, которая необходима для решения задач в той или иной ситуации, готовится у нас в стране. Оснащение наших спасателей и пожарно-тактическое вооружение, и рукава, и стволы мы готовим на стороне. Вся защитная одежда разработана, и очень много делается именно на Брещине. Именно здесь изготавливают боевую одежду, противопожарные костюмы. Конечно же, лучшим награды. В торжественной обстановке медалей были удостоены самые деятельные представители структуры. В их числе Николай Кузьмицкий, начальник Центра пропаганды безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью. Более 20 лет службы на благо региона стали фундаментом развития международного сотрудничества, а также активного вовлечения молодежи в проекты в сфере безопасности жизнедеятельности. Мы работаем на всех уровнях. И детский сад, школы, вузы. Мы ищем какие-то креативные методы, ролики, арт-объекты, мероприятия, акции. Вот это в комплексе и дает какой-то вот такой результат. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербантон, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.